Здравствуйте, в эфире новости на канале Энск-49, студия Алексей Кузьмин. Коротко о главных темах выпуска. Пятеро пошли, остальным приготовиться. Кадровые перестановки сотрясают региональную власть. Дачи на опушках вне закона. Лесная амнистия с сомнительными последствиями. Деда Мороза реабилитировали. Мэр-коммунист за новогодние традиции. А сейчас об этих событиях и не только, более подробно. Цыплят по осени считают, в нашем случае на недельку подзадержались. Для некоторых чиновников правительства Новосибирской области начало календарной зимы принесло неприятное известие. Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников решился изменить состав своих подчиненных. Причем изменения эти довольно существенные. О кадровых преобразованиях глава региона рассказал в ходе очередной встречи с журналистами. Свою речь Андрей Травников начал с самой обсуждаемой новости – изменения структуры областного правительства и целого ряда отставок. Наиболее громкие были названы сразу. Заместитель губернатора Титков Александр Петрович, я с ним не продлеваю трудовые отношения, он свой пост покидает. Также находится на сегодняшний день в отпуске Боярский Сергей Владимирович. Раньше он был заместителем председателя правительства, министром строительства. Предполагается, что по возвращении из отпуска Сергей Владимирович также покидает свой пост. Общий штат чиновников в правительстве сокращается примерно на треть, подчеркнул Травников. По его словам, в ближайшее время будут ликвидированы должности заместителей председателя, а останутся только вице-губернаторы. Курировать им предстоит три блока – инфраструктурный, экономический, социально-политический и в дальнейшем сельхозэкологический. Сам глава региона лично займется наукой, инновациями и бюджетом. От общих заседаний правительства будут отстранены еще ряд чиновников. Руководители департаментов, заместители руководителей администрации, которые раньше также входили в состав правительства, из правительства выводятся и продолжают исполнять свои полномочия. В то же время Травников отметил, что это не последние изменения. Новые кадровые решения и структурные изменения, да, подтверждаю, будут. Что касается кадровых решений, то их я, исходя из своих принципов, и не анонсирую. Словом, ни один из региональных чиновников не может быть спокоен за свое рабочее место. Интрига сохраняется, равно как и вопрос, кто следующий. А пока правительство региона потряхивает от кадровых перестановок, в муниципалитете занимаются воспитанием идеальных пионеров. Есть ли пионерское движение в наши дни? Мэр Анатолий Локоть уверен, что да. Глава города организовал встречу с юными активистами пионерского движения, которые не отступают от далеких советских традиций. Стремятся помогать людям, проводят субботники и совершают добрые дела. Зачем нужны пионеры в 21 веке и как организована их общественная работа, выясняла наша съемочная группа. Даже в наши дни никакого недостатка в материале пункты приема макулатуры и металлолома не ощущают. Как выяснилось, дело пионерии не думает исчезать. Более того, планирует развиваться. Ученики младших классов различных городских школ по-прежнему надевают красный галстук и стремятся навстречу добрым делам. Пионеры вообще, они участвуют во всех конкурсах, собирают макулатуру. И вообще они молодцы. Были в Доме милосердия, помогали пожилым людям, пели песни им, они очень радовались. Да, нам было очень грустно, когда они плакали, но они плакали от счастья. Некоторые люди сейчас думают, что пионерии уже не существует, то есть таких людей, как мы, уже нету. А мы есть, и мы делаем очень хорошие поступки. Заняться воспитанием идеальных пионеров решил Анатолий Локоть. Как выяснилось, глава города неважно помнит текст пионерского обращения, зато отлично умеет завязывать красный галстук. Вступая в ряды пионеров, торжественно обещаю, горячо любить свою родину, ну и так далее, и так далее. И надо было правильно его, во-первых, сначала отгладить его, вот так, как он, чтобы не было складок, а во-вторых, его правильно повязать. Повязать надо было таким образом, чтобы вот этот узелок, он был, показывал, ну, как будто как зажим, как значок. И главное, правильно вот эти складочки все сложить. Примерно вот так. При этом они разной длины должны быть. Ну, получается, значит, пионерия, комсомол, партия. На прошедшей встрече дети узнали все о пионерских буднях. Кому, где и как помогать, куда сдавать бумагу и металлы, и когда выходить на субботник. И хоть комсомола уже давно нет, пионеры нового времени уверены, что их деятельность обязательно принесет пользу современному обществу. А вот, кстати, и фронт работы наметился. Не заняться ли пионерам уборкой снега, которого за последние дни выпало чересчур много?
Пока зима в Новосибирске не очень снежная, однако синоптики прогнозируют, снегопады еще будут, причем довольно обильные. Естественно, каждый год наш город сталкивается с проблемой вывоза и утилизации снега. Для этого, казалось бы, и строили снегоплавильные станции, одну на правом берегу, вторую на левом. Беда пришла откуда не ждали, точнее, вовремя не сообразили, откуда ждать, почему зима пришла, а обе станции не функционируют, расскажем далее. В Новосибирске, как известно, две снегоплавильных станции. Одна на улице Федосеева, вторая на Широкой. И ту, и другую открывали торжественно, приглашали журналистов. Мол, это существенно поможет городу справиться с обилием снега и сократить количество снегоотвалов. Однако теперь выяснилось, что возводить и обслуживать современные установки должны были специалисты с особым видом допуска, чего сделано не было. Несмотря на то, что они являются муниципальными, и строились они, эксплуатировались совершенно обычными людьми в плане того, что не обладающими специальными познаниями. Это было установлено с технадзором, прокуратурой. Надзорные органы приостановили работу обеих снегоплавильных станций, пока те не устранят нарушения и не подберут квалифицированный персонал. Также на улице Широкой нет элементарной схемы въезда самосвалов на территорию установки. Это было бы простительно какому-либо частному предпринимателю, но никак не муниципалитету, считают общественники. Ведь это мэрия с гигантским многотысячным аппаратом. Там одних юристов, наверное, сотня-другая, собственно. Да, и вот они на протяжении ряда лет занимались, собственно, чем они занимались, за что они получали зарплату. На одной из станций мы увидели только самосвалы, ссыпавшие снег. Сама установка не работала. Пока принимается снег не принимается. А то есть снег принимается, но не плавится. Не плавится, еще потому что очень мало там. Остаться уже в начале зимы без таких дорогостоящих установок – дело серьезное. Тем более, что снегопады уже начались. Успеют ли устранить нарушения, пока Новосибирск не завалило сугробами – посмотрим. Впрочем, все познается в сравнении, но что такое две нефункционирующие снегоплавильные станции по сравнению с экологическим бедствием регионального масштаба? В лесной отрасли Сибири неспокойно, экологи бьют тревогу, черные лесорубы уничтожают тысячи гектаров, после чего необработанная древесина по дешевке уходит в Китай. Новосибирскую область также не миновали лесопромышленные скандалы, ответственные лица обо всем знают, но пока не могут до конца разобраться даже с территориями охраняемых природных зон. Василий Акимов пояснит. Новосибирск на несколько дней стал всероссийским центром для государственных лесоохранителей. В городе прошло совещание по вопросам так называемой лесной амнистии и пресечения незаконного оборота древесины. Если с последним вопросом все более-менее ясно, с ним безуспешно борются уже не первый десяток лет, то по поводу лесной амнистии ясности нет. Около 1,5 миллиона земельных участков, находящихся на опушке леса, могут попасть под нее. С 2008 по 2015 год Рослесхозом осуществлялась постановка на государственный кадастровый учет земель лесного фонда в рамках государственных контрактов. Закон позволяет легализовать в том числе и дачи, находящиеся на землях лесного фонда. Из-за этого дачники, а также люди, проживающие в поселках вблизи лесов, не могут ничего построить на лесных сотках. А если построят, то строения окажутся вне закона, и Росреестр не сможет зарегистрировать право собственности. Для Новосибирска весьма актуально. По официальным данным, именно наш регион в числе всероссийских лидеров по таким дачным участкам. Впрочем, пока процесс идет не очень активно, мягко говоря. Пока такая работа у нас ведется только по Иркутской области. Собственно, для того, чтобы как-то активизировать процесс, высокопоставленные чиновники со всей России и собрались на это совещание. Обсуждали много часов, как правильно оформлять бумаги и что делать в сложных ситуациях. Как прозвучало в начале мероприятия, президент дал поручение, и надо выполнять поставленные им задачи. Не приведет ли выполнение к еще большему уничтожению охраняемых лесных массивов – вопрос открытый. Не так давно мы рассказывали о горящей свалке на границе Академгородка и Новосибирского района. Тогда человек, представившийся нам заместителем директора полигона, рассказал, что с огнем борется, но не всегда получается, и едкий дым рассеивается на окрестные жилые массивы. Но теперь на нас вышло истинное руководство свалки, у которого совсем иная точка зрения по данной ситуации. Какая, расскажем далее. Полигон вовсе не бесхозный и принадлежит не САРАН, а Федеральному агентству научных организаций. В жилищно-коммунальном хозяйстве научного центра нам объясняют, недавно горевшая свалка, расположенная на территории Барышевского сельсовета, появилась еще в 1985 году. Все необходимые документы имеются. Было разрешение на строительство, разрешение получено на ввод в эксплуатацию. Да? И последний вот документ очень важный – это лицензия. Лицензия вот нашему предприятию на сбор ТБО и на эксплуатацию этого полигона.
Человек, дававший нам интервью в предыдущем сюжете, оказался не заместителем директора, а всего лишь вахтером. По словам настоящего директора, охрана полигона оставляет желать лучшего. Нужны забор, шлагбаум, ванна для промывки колес самосвалов, электричество, новая техника и многое другое. Но финансирования на это при действующем едином тарифе не хватает. От того, что у нас очень ограниченные возможности, мы делаем тот минимально необходимый объем работ, чтобы хотя бы обеспечить прием и хотя бы обеспечить его правильное захоронение. Сейчас мы делаем, еще раз сказал, большую пересыпку грунтов. Это же большие затраты. Охранная зона свалки находится в радиусе 500 метров. Строительство коттеджных поселков за этой зоной законом не запрещено, но руководство признается, сами бы там жилье не приобрели. Слишком часто происходят возгорания. Сколько еще будет функционировать полигон, неизвестно, но в ЖКХ ННЦ надеются, что однажды его законсервируют, а утилизировать мусор начнут современным и безопасным способом. История о новосибирском ветеране, чей гараж демонтировали сотрудники ТСЖ, дошла до Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Советник юстиции в письме прокомментировал ситуацию и подтвердил, что по факту кражи племянникам ветерана дважды отказали в возбуждении уголовного дела. Почему? Неизвестно. О результатах проверки и возможном продолжении этой нашумевшей истории расскажем в нашем следующем сюжете. К сожалению, торжество справедливости ветеран Василий Шаповал не застал. Он скончался 2 октября. 92-летний ветеран войны Василий Шаповал не мог передвигаться без автомобиля и посторонней помощи, поэтому его гараж находился прямо под окнами дома, что очень мешало руководству ТСЖ соседней новостройки сделать парковку для жильцов. Начальство управляющей компании заявило, что снесет гараж аккурат к 9 мая. Но сам Василий Шаповал готов был бороться до конца. Кому он мешает и как он мешает? Он никому не мешает. Там заезд туда, выезд. Я никуда не уберу. Куда мне убирать? А потом мне, я инвалид, мне пройти, я до порога тяжело пройти. А я должен куда-то идти искать гараж? Гараж ветерану в итоге пообещали не трогать, да и в целом оставить последнее слово за ним. Все-таки надо было перед праздником Победы создать видимость заботы. Но праздник прошел, договоренности забыли, а руководство ТСЖ без церемонов вскрыло гараж, выкинуло все вещи ветерана, а постройку отнесли к лесу. Генпрокуратура отреагировала на наше обращение. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158, а именно кража. Управляющая компания ответит по двум пунктам – незаконное проникновение в помещение и причинение значительного вреда гражданину. Ранее руководитель ТСЖ отличилась своим циничным отношением к ветерану. Татьяна Деменкова не захотела выполнять уговор, по которому гараж должен был стоять до конца жизни Василия Шаповала. И она поторопилась испортить старику его последние дни. Дедушка, по-моему, болеет, и ему уже все равно, где этот гараж. Ну, давайте все встанем на колени, будем молиться тогда. Ну, что теперь делать? Ну, надо же жить, надо вперед смотреть, правильно? С Татьяной Деменковой снова диалога не получилось. Руководитель ТСЖ отказалась возвращать родственникам ветерана его вещи. Вещи ничего не вернули. В общем, все так и осталось. Она же со скандалом, с руганью. В общем, я говорю, вы все украли у деда. Он всю жизнь как бы копил, это все как бы для него тоже ценно. Ну, а она в грубой форме меня послала. В любом случае, начальству управляющей компании стоит заканчивать грубыми выражениями, а также постараться вернуть вещи законному владельцу. Пусть не за перенос гаража, но за кражу руководство ТСЖ обязательно ответит по закону. Только сам Василий Шаповал справедливого решения уже не застанет. На фоне переживаний после перенесенного инсульта ему стало хуже, и недавно он скончался. Все сделано в соответствии с нормативами, но приносим свои извинения. Ремонт, начавшийся в первой городской клинической больнице в начале зимы, доставил массу неудобств пациентам. Особенно нелегко пришлось лежащим в кардиологическом отделении третьего корпуса. После нашего запроса руководство медицинского учреждения дало развернутый, правда, письменный ответ на наши вопросы. Напомним, к нам обратилась 82-летняя Мария Хабарова, которая 2 недели провела в кардиологическом отделении первой городской больницы. Поначалу лежала в коридоре, потом перевели в палату. Все это время в третьем корпусе шел ремонт и стоял невыносимый запах краски, вспоминает пенсионерка. Я в таком состоянии, я отравилась, я полностью там отравилась. Эти 11 дней выхода другого мне не было, потому что я не могла на улице выйти, когда бы
форточки забиты насмерть. Когда начался ремонт в самой палате, пенсионерку чуть ли не силой вытолкали в коридор, не предложив даже присесть. И вот пришел ответ на наш запрос от руководства больницы. Нам объясняют, что учреждение зачастую переполнено больными, поэтому некоторых приходится размещать в коридоре, а ремонт в присутствии пациентов допускается при обеспечении надежной изоляции помещений, чего, кстати, сделано не было. Якобы все строительные материалы антиаллергенны и экологичны. И в то же время в больнице признали, что не все проходит идеально. Администрация больницы благодарит за проявленное внимание и неравнодушное отношение к возникшей ситуации, приносит пациентам свои извинения за причиненные временные неудобства и сложности. Со стороны администрации проведена разъяснительная работа с персоналом больницы по вопросам деонтологии. Понятно, что здания, больницы старые и нуждаются в регулярном ремонте, но проводить его нужно так, чтобы пациенты не заработали себе еще других заболеваний. Собственное жилье – мечта многих новосибирцев. Не всем повезло накопить денег, либо получить еще с советских времен квартиру или частный дом. И если счастливчики ведут борьбу с коммунальными службами, плохо выполняющими свои обязанности, то менее удачливые горожане сражаются за то, чтобы просто не оказаться на улице. В деталях конфликта на Красном проспекте 155 разбирался Василий Акимов. Красный проспект, 155. Именно здесь, на втором этаже, живут нынешние и бывшие сотрудники завода «Салют». Хотя самому предприятию эти площади не принадлежат. Наш этаж был выделен муниципалитетом городским для того, чтобы наше предприятие «Салют» раздавало как бы комнаты работникам, которые работают в «Салюте». Недавно у завода «Салют» сменился владелец. По словам жителей общежития, государственное предприятие стало частным. И начались проблемы. Меня там вызвало новое руководство, новый собственник, да, и там общались достаточно корректно, там, без какого-то давления, так скажем. Но там между слов читалось, что давайте-ка вы отсюда уходите. Живут здесь люди семейные, с детьми, которые боятся, что вскоре просто окажутся на улице. Мы очень хорошие люди, россияне, любим свою родину и хотим жить и воспитывать своих детей. Юристы говорят, что все эти жилые помещения должны были вернуться под управление муниципалитета. Еще в 2007 году в мэрии было издано постановление о передаче этих помещений в муниципальный фонд, исключение фонда общежитий. И было требование заключить договор социального найма со всеми проживающими гражданами. Однако бездействие чиновников по факту и бездействие администрации предприятия привело к тому, что люди оказались без заключенных договоров. Не совсем понятно, почему много лет назад мэрия передала это общежитие какому-то, не имеющему отношения к муниципалитету, заводу. И почему затем его не вернули, как то было прописано в ее же постановлении. Один из жильцов уже отстоял в суде свое право приватизировать комнату. Похоже, по его пути придется пройти и другим людям. Задачи ориентированы в том числе и на предновогоднюю суету на централизованном разводе поставило перед новосибирскими полицейскими руководство управления МВД. Тем не менее, оперативная обстановка на приближение праздника пока не отреагировала. Подробнее об этом Александр Булдаков. В Новосибирске централизованные разводы заступающих на дежурство стражей правопорядка традиционно проходят на набережной в парке «Городское начало». В этот раз личный состав предупредили о нарастающей шопинговой активности граждан. Скоро будут новогодние праздники, личному составу придется обеспечивать охрану общественного порядка. И я считаю, что эти централизованные разводы, они стимулируют личный состав на раскрываемость преступлений. Впредь и после новогодний период различного рода жулики дают о себе знать особенно часто. Помимо карманных воришек, которые в это время любят работать в магазинах больших и малых, не стоит забывать и о ворах квартирных. Попадают в жилище они традиционно. Открывают замки, отжимают пластиковые окна или находят незапертые двери. Предметом преступления в основном являются денежные средства, ювелирные изделия, ноутбуки, а также дорогостоящие шубы. Не стоит забывать о своей безопасности и на улице, ведь рядом может не оказаться полицейского или дружинника. К примеру, такого как Вячеслав Виткус. Этого молодого человека мэр Новосибирска наградил дорогими часами за то, что он защитил от нападения вандалов памятник Ленину на одноименной площади города. Заметил девушку, стоящую около памятника Ленина. Вела себя подозрительно. Я подошел спросить, что она там делает. Она ответила как-то не очень дружелюбно. И ушла. Потом через минут пять она подошла снова и решительно уже собиралась достала баллончики и собиралась его красить. Я предотвратил это. Этот централизованный развод новосибирских полицейских вполне возможно окажется последним в уходящем году. Конечно, если оперативная обстановка в городе не подвигнет к чему-то иному.
Улица Ленина как камень преткновения. Ее пешеходным статусом возмутились представители Федерации автовладельцев России и намерены через суд добиваться возвращения транспорта на участок от Красного проспекта до улицы Советской. Судьбу улицы Ленина решат в суде. Инициатором стало Новосибирское отделение Федерации автовладельцев России, возмутившееся ее перекрытием и подавшее иск на мэрию Новосибирска. По мнению общественников, городские власти, перекрывая улицу на 2 месяца, нарушают федеральный закон. Ведь Ленина – основной транспортный узел мегаполиса, через который с прилегающих районов проезжали 30-40% всех автомобилей. Даже перекрыв маленький участок начала улицы Ленина, мы тем самым перекрыли движение транспорта. И транспорт куда должен деваться? Он должен переходить на улицу Вокзальную магистраль, а в часы пика она уже и так стоит до площади Ленина. Среди своих потенциальных союзников автовладельцы видят и ГИБДД. По их словам, для перекрытия улицы требуется согласование с госавтоинспекцией. И у них нет информации, что в данном случае эта государственная структура давала свое разрешение. И боятся, что, не дай бог, завтра в мэрии решат устроить каток где-нибудь на Ипподромской. Есть мнение начальника городского ГАИ Маслюка Евгения Вячеславовича, летом еще, он говорил, что категорически против того, чтобы улицу перекрывали больше, чем на выходные. А по сути, нам как предложили, как по окно Овертона. Давайте будем приучать потихонечку горожан, что у нас есть пешеходная улица. В планах у мэрии превратить этот участок в своеобразный Новосибирский Арбат. Правда, с самого начала идея не встретила понимания у многих местных жителей. Теперь к ним присоединились автовладельцы, недовольные пробками и заторами в центре города. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заступился за новогодние традиции. Глава города высказался против запрета на участие Деда Мороза в утренниках в детских садах. Он сказал, что Новый год должен отмечаться так, как привыкло не одно поколение – с подарками, снегурочкой и елкой. Напомним, что ранее в Новосибирске детские психологи якобы признали главного новогоднего героя вредным для психики малышей и порекомендовали дошкольным учреждениям не приглашать на праздник Деда Мороза. Информация о запрете на участие Деда Мороза в утренниках недавно появилась в новосибирских средствах массовой информации. По официальному сообщению главы Департамента культуры, спорта и молодежной политики Анны Терешковой, детские психологи признали Деда Мороза непонятным героем для ребят дошкольного возраста, поэтому педагогам стоит избежать участия этого персонажа на празднике. Как прокомментировал ситуацию Анатолий Локоть, в городе нет запрета на приглашение Деда Мороза на новогоднюю елку. Скорее, есть рекомендация ответственно подойти к подбору актеров и аниматоров для детей. Да и как знакомый каждому с детства сказочный персонаж может навредить малышам, не ясно. Специалисты даже посоветовали отказаться от общения со Снегурочкой, которая, видимо, тоже несет какую-то опасность для детской психики. Между тем, в мэрии решили всерьез бороться с запретом на приглашение Деда Мороза и призвали сообщать о каждом факте ограничения участия новогоднего волшебника в праздничных утренниках. Сообщить об этом можно в департамент образования по телефону, который вы видите на экране. Такова картина сегодняшнего дня. Наши новости всегда на сайте ensk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по телефону 220-2105. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.